Вот она, друзья, клубника нового урожая. За пятерку корзиночка. Ну, фунт, как бы, да, фунт. А есть вот та. Тоже она органическая, это все органическое. Вот это органичка, но помельче. Вот она помельче. И уже получается, что 3,99. Говорят, сэкономьте. Говорят, вот тебе по доллар экономии. Но она поменьше. А запах-то, запах, вот я так сверху нависаю. Ой, запах. Друзья, вы можете спросить, над чем работаете, какие творческие планы. Да, творческий план такой, друзья. Делаем чисто овощной суп. Да, очень такой свеженький. Чисто овощной. Вот свеженький, органическая, чертан. Вот она, органическая, за трешку фунт. Пожалуйста. Будем делать овощной супчик. И какой-то там необычный, Света, ты хотела к этому взять соус? Или что там это было? Я возьму кокосовые сливки. Кокосовые сливки, друзья. Рекомендую кокосовые сливки. В общем, кстати, неплохая штука, очень приятная. Так они из кокосового молока? Да. Это, друзья, фенхель. Наш любимый, наш лучший друг. 2,50 за головку. А мы когда-то... В сезон на рынке брали намного дешевле. Но это не значит, что вся есть. Вот есть такая. Светочка, а как же ее кушать? Я извиняюсь. А я же не кушать хочу, я хочу в суп положить. А кушать мы возьмем покрупнее, тоже с черенками. Вон там. Да. Сейчас пойдем посмотрим. Я прямо испугался, думаю, как же есть-то такую. Ну, наверное, с ботвой вместе, если. А это другое дело, конечно. Это можно употребить. Это, друзья, красный чард. Не красный, в смысле большевистский, а просто цвета такого. А вот это, Светлана утверждает, что это ревень. Но, Света, по-моему, ревень был всегда зеленым. Нет, он был. Нет. Но потом, ну, в общем, я, к сожалению, не могу укусить, неудобно. Так вроде мы в таком месте. Слушай, а это вроде бы и лук, и как-то необычный какой-то. Посмотри на него. Да, вот, что у него вот такое с ножками? У него просто он подольше, видишь, полежал, у него стали уже головки обычно. Ножки опухли. Так, а вот тут нормально. А вот смотри, вот это чард красный, а вон цветной рейнбоу. Да, такой, радужный чард. Радужный. Не в том смысле, что нетрадиционной ориентации, а просто цвет такой. Вы видите, друзья, магазин. Ну, правда, день субботний. Магазин не пустует, люди ходят. Так вот, интересуются овощами. Рассказывай. Это силантро. Силантро, типа петрушка. Нет, это не петрушка, это силантро. Нет, окей. А с виду как петрушка. Оно вот. Похоже, но оно на ощупь другое совсем. Ага. Хотя, наши это, знаешь, это таки да, петрушка, я так. Не хочу петрушку. Ты видишь, Света, я как чувствовал, что да, петрушка. Это петрушка. Ну. А говорит, силантро, говорит. Да. Что мы, силантро от петрушки не отличим. С другой стороны, вот это. Тоже петрушка, и вот так, если понюхать, вот так вот растереть и понюхать. Настоящая петрушка. Так, ну что, Света, петрушка оказалась силантрой. По-моему, тоже запах такой же, как той. Что показало исследование? Ладно, берем это как силантро. Все, друзья, может быть, это и петрушка, но когда берешь его как силантру, то получается силантру. Да. Друзья, те из вас, кто никогда не раскалывал сам кокосовый орех, я вам могу сказать, что существенно вот дать ему между глаз, вот сюда стукнуть, вот сюда, ну вот эти глазки, вот туда дать, тогда можно его расколоть. Это несложно. Но тоже нужен молоток, может быть там что-нибудь такое, долото какое-нибудь. Казалось бы, друзья, вот лист лопуха, да? Но это не так. Это органический колорс. Вот. Такая зеленюшка исключительно полезная. Не знаю насчет того, можно ли ее вкусной назвать, но очень полезная. Это похоже на укроп. Тут не ошибешься, да. Так, укроп. А вот там какие-то органические травы. Чайф. Давай чайф возьмем. Куда его? А чайф, друзья, это типа как чесночок такой зеленый. А я очень люблю чайф. Я так буду есть. Без всякого супа буду есть. Вот это чайф. Вот. Конечно, друзья, как грибник с подмосковным стажем большим. Да, такого мы не брали. Нет. И даже вот, например, вот эти. Замечательный гриб, на самом деле.
портабелла машрум. Замечательный гриб. Но вот мы мимо прошли в свое время. Это, друзья, любимые помидорчики нашей Момотаро. Светланы. Но мы их не будем в суп. Момотаро. А не вот для супа. А мы на суп возьмем те, которые попроще. Так, а эти куда? Вот смотри, вот тут вот на цели, например, органический рома по $2. Рома, как цыганские? Ну, эти, да. Да, да, ребята, цыганские томаты, это помидоры. Пожалуйста. Мы на супчик возьмем. Давай, это будет на супчик. Да. По $2. Да. Тоже органические. Тоже органические. Суп без картошки, друзья, сами понимаете, как поцелуй без любви. Но это не картошка, это ямс. А где Света картошка? Или мы ямсом будем? Нет, но ямсом мы точно не будем. Так. Вот и картошечка. Мы немного разнообразия, немного, где-то 3-4 сорта. Беленькую, красненькую. Нет, какую? Мы возьмем вот ту расу. Расу. Так. Почем картошечка-то? Ага, вот тут ценник по $2 за фунт. Ну, sweet potato, друзья, мы все-таки берем. А куда ты ее, Свет? Вот туда же, в супчик. Ага, то есть немножко, чтобы так. Ну, да, а вот эти самые уже да. Возьмем. Слушай, вот в Советском Союзе увидели мы такой корешок в овощном магазине. Мы бы, наверное, не стали брать. Ну, правда, при знаю, коммунистах-то. Это, я не очень люблю карбу. Например, когда, например, не наш цвет. Продается морковка белая, вот там она да. лежит, пожалуйста. Морковка белая, а картошка красная. Нарушение вот привычной голове, гармонии, да. Russet potato. Слушай, она в два раза дешевле, чем соседи. Почему она дешевле? А, ну, вообще-то ее берут, чтобы выпекать что-то. Я просто почему хочу ее взять, чтобы суп все-таки он был чисто овощной, чтобы там какая-то густота была ее туда. Окей, то есть мы обычно так ее не очень. Ну, я ее очень люблю. Органическая Russet potato очень вкусная. Да. Она на пюре годится. Изменит. Кстати, пюре делают... Она вот... калифорнийская. Да, делают пюре вот с этим самым, вот то, что мы сейчас... купим сливки из кокоса. Кокоса. Да. О-о-о. Друзья, в следующий раз обязательно требуйте в магазинах розничной торговли сливки из кокоса и в пюре. Будущий, наш будущий супчик приобретает очертания. Это, друзья, молочные ряды пошли. Молочные ряды. И сливки из кокоса стоят там же, где сливки обычные. Настоящие, вот видите, крем. Это настоящие крем, сливки с молоком алмонда. Ореха, да? Это такой очень синтетический продукт. Вот, здесь калорий уже 15. 15 калорий на сколько? На 2 это столовых ложки. Ага, есть калории, да, есть. Да. Ну вот покажи, мы... покажи ребятам. Вот состав, вот. Нет, надо состав. Не состав, покажи. Ну что же, бирку покажи. Бирку покажи, пока. Чтобы народ знал, как найти, если что. Так что, Свет, я все-таки хочу уточнить. Кокосовые сливки... Мы не в пюре кладем, а мы в суп кладем, или что? Мы делаем суп, мы смешаем их с помидорами. Так. Вот, и делаем такую заправку, которая будет заправляться весь суп, чтобы он был такой беленький. А еще мы туда положим зеленый горошек. Так. У нас будет очень вкусный овощной супчик. Шикарно. Абсолютно. Друзья, совершенно не обязательно вот отбивную какую-нибудь, правда? Нет, можно это все закусить отбивной. А, закусить? Но я имел в виду, что можно вкусно покушать. Я на самом деле вот овощным супчиком купила это самое, ну, по-русски это называется мультиварка такая, которая да. Под давлением готовит. И пользуясь случаем, я купила куриные лапы. Куриные лапы. И да, сделала холодец. Сделала холодец, настоящий холодец, который заходит. Он не жирный, ничего, но он очень такой прям весь из себя густой. И для того, чтобы его немножко разжижить. Да. И такая машинка берет карточки с чипом вот с этой стороны. Оп, забирай, говорит, свою вот карту. Для того, чтобы его немножко... Ой, все не было тяжелым. К этому нужен такой легкий овощной супчик.